Всем привет! Сейчас вы находитесь на моем канале, который именно в данный момент, когда я записываю это видео, называется «Еще полезные видео». Когда-то этот канал был кулинарный, еще до недавнего времени, как вы видите, несколько лет назад начинал я его вот с кулинарных видео. Но поскольку я понял, это просто как мое хобби, и заострять внимание только на кулинарии не хочется, я переименовал канал в «Полезные видео», чтобы добавить тематику такую, как, например, обзор той же еды всякой различной, также готовку оставил, распаковку телевизора, там чистку фильтров стиральной машинки, распаковку различных посылок с Алиэкспресса и так далее. Выложил я вот уже приличное количество видео, осталось поработать над превьюшками и ссылками, и тут мне пришла идея в голову, что вот так распылять свои силы на несколько каналов мне не хочется. Я сейчас сделаю вставочки, как выглядел канал, когда он был кулинарный. Ну, какая превью, шапка, ава. Ну, так, для памяти, чисто из интереса. И после этого я дозалью еще всякие видео с моего второго канала, который я больше года назад создал для ведения такого финансового канала с элементами блога, влога и все такое. То есть там я хотел рассказывать про акции, инвестиции, там, деньги и все такое. Но поскольку в связи с последними событиями это стало не совсем актуально, чтобы не заливать по одному видосу в неделю на один и один видос в неделю на второй канал, мне проще сейчас перенести все сюда, изменить также шапку и аву канала, сделать его основным, просто получается, как и тот, просто обычный блогерский канал о жизни, переименую его, и вот этот канал, где подписчиков больше, будет основным. И сейчас я покажу, с какого канала я перенесу и что получится. Так, вот мой второй канал, который я сначала планировал сделать основным, но не повезло, не фартануло. Теперь вот эти все видео, вот видно, что я начинал с финансов, потом учился монтажу на телефоне, камеру тестил и все такое. Вот эти видео я сейчас беру и переношу туда. Здесь больше видео новых выходить не будет. Под всеми этими видео я размещу ссылки различные на тот канал и на те видео, которые будут там. Так что здесь больше видео выходить не будут. Этот канал просто станет запасным, просто резервным. Так, чтобы, если что, где-то было хоть чуть-чуть подписчиков. Было, если в случае, если с тем каналом будет что-то не так, продолжить на этом. Так что, в принципе, все, сейчас я этим займусь, а отдельно для этого канала я запишу сейчас видосик о том, что здесь больше видео пока выходить не будут. Вот, так что подписывайтесь на новый канал, вот этот дизайн, вот эту вот аву, полностью вот этот дизайн, вот, в общем, вот это все, что тут есть, превью, шапка, ава и все такое, я перенесу туда. Так что все, спасибо за внимание, всем пока.